жизнь приносила успех поскорей. Чтобы желания сбывались, как сказки, быстрей. Надо позвать 100 друзей, вместе всегда веселей. Выпьем же чай за наших друзей, кружки наполните скорей. Вместе уверенней, вместе сильней, множатся наши 100 рублей. Если ты вдруг оказался по жизни один, вспомни, что с миром ты целостен, ты с ним един. Сколько вокруг нас друзей, в дом пригласи всех гостей. Выпьем же чай за наших друзей, кружки наполните скорей. Вместе уверенней, вместе сильней, множатся наши 100 рублей. Если ты вдруг заболел и напала хандра, солнце не светит и жизнь не мила, не добра, руки возьми телефон, вспомни друзей, а потом выпьем же чай за наших друзей, кружки наполните скорей. Вместе уверенней, вместе сильней, множатся наши 100 рублей. Выпьем же чай за наших друзей, кружки наполните скорей. Вместе уверенней, вместе сильней, множатся наши 100 рублей. Не-не-не, пахнет. Медотера. Это что? Куда? А потом вот эти дома находить на это вот эти Делаем долма, фарш на долма. А представляете, какая энергетика будет коллективного. Вот такими вот кустами. По-серьезному. Мои дорогие, здравствуйте. Сегодня у нас девичник. Ради девичника я пошла в парикмахерскую, и, похоже, меня немножечко оболванили. А я не расстраиваюсь, я говорю, волосы не зубы, отрастут, правда же? Ну, коротко, конечно, ничего страшного. Итак, девичник. Обещают сегодня 20 человек. Моей приятельнице за городом Ларисы Милениной. У меня уже было видео. Это молодожены. Они всего расписались 3 года назад. Поэтому по этому поводу мы в прошлый раз собирались на новоселье в их шикарный дом. А сегодня просто девичник. Это же так здорово собраться всем вместе в таком большом уютном доме, что-то вместе приготовить, долму. Будем готовить вместе. Песни петь под гитару. Разговоры. Секретики женские. Ну и, конечно, анекдоты. Анекдоты очень хорошие. Прям про любовь. Прям про семью. Прям про мужа и жену. Это шикарное помещение. Здесь проходит тренинги, здесь проходит медитации и йога. Солнечно, правда?
Прежние коферни под окном твоим готов стоять. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание в юности моей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание в юности моей. Вами по ночам. У меня внук. Родился. А что ты так тихо говоришь, что у тебя внук родился? У меня внук родился. Ура! Ура! Я такой, Ну не громко говорить, а ты тихо шепот. Я лечу внука. Ну месяц. Ночь за окном на дворе, никого. Утром часу ты выйдешь ко мне. Специи просто ведро. Тогда я тебя на руках унесу. Соглашайся хотя бы на рай шалаше. Про судьбу и разлуку, про веселую прежний шибок груз. Но мой плод свиты из песен и слов. Всем моим бедам я порву. И дальше будь что будет, от монотонных будней я тихо уплыву. Будет вкусно. Ну, девчонки, классно. Дождь питается за окном. Давай. Девчонки, начали работать, а то мы будем ужинать. А мы работаем. Завтрак. Парные сосны. Где-то вдали закраснеет кусочек огня. Тарелочку взять, да? У огня ожидаем, представьте меня. Смотрите, а как заворачиваешь? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях? Вот так, а как мне тебе сыну послать? Светимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях? И смотрим, чтобы оно одни поменьше, другие побольше. Побежала. Есть только миг. Любушка, Любаша наша. За него и держись. Я выбираю побольше. Я не могу, маленький. Меня не получается. И будущее. Большое всегда ценится. Именно он. А там уж каждый меру своей испорчен. Да. Есть только миг. Эх, говорит, а мне б немецкий да по-японски. А потом будет как классно, да? Именно он. Музыка вообще обалденная. Называется жизнь. Так, Любаша, крупным планом. Потому что я никогда не заворачивала. Вот что делает наша Любаша. Бросит крупным планом. Называется. Ну вот сюда-то глянь. Ну глянь сюда, глазки-то подними. У меня получилось? Ух ты, ух ты. Замечательно. Одна Любаша снимает другую. Девочки, вот сколько мы уже нафиячили здесь. Нафиячили? Я столько не выпью. Она, Настя, сухое, холодненькое. Давай, давай, Ирочка, давай, Ирочка. От того, что родился и вырос я здесь. Я люблю городские цветы. Городские цветы, вот опять я спешу к вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Холодненькая, как в жару. Марита, да. Thank you.
Месяц зашел на трон. Голова болезни, как у девушки. Нет, сухое, чистое вино. Виноград, как я не знаю, кто стоит? Ты стоишь? Я стою, чтобы все были здоровы, были любимы, любимы, и чтобы мечты сбывались. Надо мечтать об этом. Лишь твоих. Ирочка, иди сюда. Иди солнце. И волос твоих, что цвета льна. Лишь бы чувствовать влюбленность рук, ты снова будь от счастья без ума. Я хочу зато выпить, чтобы счастливых людей было больше, а одиноких как можно меньше. Чтобы их совсем не было. Чтобы их совсем не было. Пусть они будут. Вам же надо кому-то, если они хотят. Если они хотят. Спасибо. Спасибо. Будьте счастливы. Счастье, ставшее для нас минуты. Без тебя, без твоей любви, мне в целом мире видно. Нет, ложечка. Возвращение. Вновь о том, что день уходит с земли. Кладай. Ай, молодец. Ай, молодец. Что все пройдет. Нет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет. Вспоминать не надо. Все пройдет. И печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо. Вот потом, когда плывут корабли, не сдаваясь бурям, спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не самую яркую. Желаю ты, моя лапочка. Самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну. Самую счастливую. Поэтому вот так вот мы не приехали, если бы мы эту нашу встречу не назвали бизнес-завтраком, да? Вот фиг бы вы приехали, я вот ругаюсь, да, вот вы бы не приехали. А так бизнес-завтрак деловых женщин России. Верно. Это просто обязательно. Поэтому все старались найти время. Да, вот себя сорганизовать, поднять, и взять. А ведь как по Москве-то сложно ездить, и час, и два. Это не в Новороссийске, 15 минут туда, 15 минут обратно, да? Благодаря этому мы, конечно, вас заманили, особенно Наталью Григорьевну. Да, спасибо. Нашего председателя. Деловых женщин России. Да, деловых женщин России. И благодаря тому, что вот мы так громко это назвали, что вы приехали к нам в гости. Мы всего лишь чуть больше года как построили вот этот домик. Потому что у нас была общая такая тема. Мы лепили долма. А, еще ж у нас был мастер-класс. Сегодня мы делали то, что многие дома не делали. Это, во-первых, долма. Рецепт, разумеется, расскажем. Потом здесь есть печеночные салаты, которые тоже многие... Да. Здесь есть вот завернутый в лаваше. Вы когда-нибудь ели плов в лаваше? Никогда. Вот. То есть это вот наша изюминка. Это когда действительно вот приходит гость, быстренько намесил. А ну-ка, пока тарелки. Такое бывает, что нужно это все очень быстренько сделать. Ну и, конечно, долма. А сейчас раз так. И все по одной минуточке. Как зовут? Чего зовут? Муж, можно я с тебя начну? Хозяина дома. Меня Олег зовут. Член ДЖР. Да. Да? Да, конечно. Не подумайте плохого, но меня приняли, да. Оплату приняли. По большому блату. Ну да, что? Ну, я попрошу, конечно, Юрия, пожалуйста, встань. Он прям отдельное спасибо. Отдельное спасибо. Он нас отдавал с Он создавал живую музыку, вот эту атмосферу, вот это состояние.
особенно та музыка ретро, да, которую мы вспоминаем в детство, кто-то будет. Разных цветов у нас тоже. Ты сама вязала? Да. Прелесть. Спасибо. Можно я немножко добавлю про Марину Фомичеву? Да, да, да. Марина Фомичева, полковник МВД в отставке. Марина Фомичева награждена медалью и премией от мэра Москвы. 25-го вручать будут только. От мэра Москвы! Премией она не озвучивает, потому что не это надо. Все доллары миллионеры будут завидовать. Поэтому. Я могу сказать, Наталья, премия 200 тысяч, но я все премии свои отдаю детям. Поэтому моя премия, я разделю ее на несколько детей. Да. Значит, поэтому Марина очень скромный, но это самый честный, порядочный человек из фондов, которые на сегодняшний день есть в нашей России. Много благотворительных фондов, много фондов, работающих с детьми с ограниченными возможностями. Но я точно знаю, что Марина лучше. Поэтому и правительство Москвы это увидело, оценило. Ну, а мы это оценили давно. Мариночка, мы тебя любим. Спасибо. Регионы растет по всей стране, и мне это радостно. Но у меня свой есть бизнес. Я креативный директор компании немецкой Odge Axe Gesellschaft, член правления американской компании Odge Incorporated, независимый эксперт ООН по гендерным вопросам, главный редактор журнала «Женский успех», президент закрытого клуба «Дело женщин России». Очень много. Член правления «Союз женских сил», член правления «Деловых женщин России». Регалий успех. Достаточно много, да. И все-таки основное, я поняла, для меня сейчас основное, все-таки развитие нашего клубного движения. Именно клубного движения. Посмотрите, клубы растут как грибы. Но выживают, в хорошем смысле, лучшие. Я знаю, что вы лучшие. Поэтому к нам вот это идет притяжение. Со всей страны. Мне приятно, что мы открыли наши клубы не только в нашей стране, но и в других странах. И поэтому одна из поездок, совсем ближайшая, в Доминикану, 27 февраля, влетает целая группа туда, в Доминикану. И мы, конечно, там проведем много мероприятий. И одно из мероприятий, конечно, будет семинар по приобретению недвижимости, по аренде жилья. И очень многие предпринимательницы наших «Дело женщин России» летят именно с этой темой. Очень интересные кольца, которые выпускает Доминикан. Вот я была в коралловом настроении, а теперь Ларимар. Ларимар, вдруг мне захотелось чего-то другого. И всегда, когда вы готовитесь к выступлению, не спите со своим собственным супругом, отдайте эту сексуальную энергию именно в зал. Конечно, все, о чем вы говорите, это правда, так и есть. Дождались долму. Так, кто приложил руку к долме? Все. Все. А теперь почувствуйте. Видите, какое вкусное. Очень. Мы это делали сами. Да. Это коллективная, сознательная энергия. А это чай хозяйки, собранный на ее острове. Миллениум Шапсуги. Мы с Миллениум с Шапсуга. Руками, блюшь, ручной сбор. Ручной сбор. О, в месте, где не машинах не ездит, где есть. Да, она сказала, лошади, там, где лошади, еноты, только еноты ходят. Да. И мы. И мы. Которые собираем. Да. А вот туда вот пойди. И он там создал станичку. Станичка Алексина, и тогда уже тоже люди приходили, ставили вот маленькие хибарки, они ловили рыбу. Хамса была самой важной пищей. Вы знаете, что в Новороссийске даже стоит памятник хамсе. Благодаря хамсе люди выжили в войну. Так что я сторожила, и вот появилась здесь, в Москве. Здравствуйте. Да. И наша первая встреча с Олегом произошла в необычном месте Краснодарского края. Это вот в аномальной зоне Шапсуги. Давайте знакомиться. Новые люди. Лариса Миленина. А вас как зовут? Психолог, целитель, создатель Шапсуги Миллениум Парка, где тайны живут. Ведь каждому нужно свое место силы.
где ты обретаешь гармоничность свою, где тело с душой станут снова красивы, где знаю, умею, творю и люблю. У зеленой палатки подари самолет высоко в облаках, а как хочется знать, что у нас все в порядке. Разгаленное солнце в шансунских руках, а как хочется знать, что у нас все в порядке. Шамсунских руках кто-то выключит свет, лампу солнца потушит, и зажгутся костры, голоса зазвучат, а как хочется петь в нашем мысе шамсунке, а как хочется жить и любить всех подряд. Как хочется петь, наши мысли шансуги, а как хочется жить и любить всех подряд. Скоро будет казань по известным приметам, налетит, нагремит и вдаем полчаса, а как хочется жить по вселенским заветам, а как хочется верить во все чудеса, а как хочется жить по вселенским заветам, а как хочется верить во все чудеса. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках, приезжайте туда, где у всех все в порядке, и влюбленное сердце в шансунских руках. Приезжайте туда, где у всех все в порядке, влюбленное сердце в шансунских руках. И мы ждем вас в Краснодарском крае, станица Шапсунская. Мы семилениум там, где горы, реки, дольмены. И, конечно же, мы Олег Николаев и Лариса Мелинка. Сознание все в тайне мироздания, граница, как суд у меня, сакральным ключом созидания лишь можно открыть для себя. И ключ, как не тверд, не физичен, но как же открыть тайны двери? А он лишь любви так практичен, что скроет все двери, поверь. А ведь мир — это я, это родина моя, где бьет свое начало личность, разум и душа. Через высшее я обретается семья, звезд, планет, земли, галактик, мироздание, дух и я. Порой ты понимаешь, что в тебе любовь встречается с душой, и изменилось все в тебе. Любовь в свободе от границ, с душой в пространстве деревян, вселенских книг, листы страниц, чтоб научить любви тебя. Любви изведанный маршрут, сквозь беды цели приведя,
ремни условности не жмут, ни возраст, вера, ни стезя. Любовь приходит невзначай, не открывая дверь ногой, а лишь тихонько постуча. Я здесь, откройся, я с тобой. Пришла любовь так тихо, как-то странно, без шума, лишней суеты, без ярких возгласов, гуманно предупреждать не стала ты. Без подготовки тела, духа, без наведения красоты шептала только тихо в ухо: сейчас исполнится мечты. Любви изведанный маршрут, сквозь беды цели приведя, ремни условности не жмут, ни возраст, вера, ни стезя. Как взвесить, что душой проверено, не записать и в 100 страниц. Моя любовь, на что похоже ты, сравнить во всем хочу, чтоб смог узнать тебя сюжеты теребрю. Как распознать, что вот пришла ты и встречать уже пора? Как долго ждал я, что забыл твои глаза? Любовь, наверное, ветер северный, ведь пробирает и звонит. Или ветер южный дул намеренно, что в жар кидает, все горит. Моя любовь, на что похоже ты, сравнить во всем хочу, чтоб смог узнать тебя сюжеты теребрю. Как распознать, что вот пришла ты и встречать уже пора? Так долго ждал я, что забыл твои глаза. Любовь, болезнь или эпидемия, но заразиться норовя, и спить хотят, как виноделие, и быть счастливыми хотят. Моя любовь, на что похоже ты, сравнить во всем хочу, чтоб смог узнать тебя сюжеты теребрю. Лично всем во всем винить, о прекрасном позабыть, шквал эмоций гневного несет. Брось все, надо срочно нам с тобой потанцевать. Твое тело жаждет мир свободы осознать. От депрессии спасет танец наш весь живот. Танец легкость принесет, груз печали унесет, с радостью в душе поздравь себя. Вдруг раскроются глаза, ты увидишь небеса, как огромен мир вокруг тебя. Просто надо срочно нам с тобой потанцевать. Твое тело жаждет мир свободы осознать. От депрессии спасет память наш свести живот. Как же я теперь люблю с тобою танцевать, счастье с благодарностью в достатке принимать. Прочь печали унесет танец наш вести живот. Когда пройдет, поверь в свою звезду, осуществи мечту, лишь растряси живот, и хотя в тени его, вперед. Лариса, в тему прям. Браво, ребята. Так, девчонки, втягиваем живот и танцуем. Для тебя. Как же я люблю в своей машине ездить с ветерком, жизнь управлять как рулем. Скорость продвижения, смена декораций и людей, обретение новых идей. Скольким наделила дружба четырехколесным другом на пути. В детстве свободу, смелость, опыт мне обрести. Сижу в машине за рулем, ликует душа, как грандиозен мир кругом.
окном белым белу. Юга так умна, юга поет у стекла. Дескать, было, но прошло. Все по слову мудреца, все, мол, прости, все до конца. У нас беспроигрышная лотерея. Нет, у нас она беспроигрышная. Проигрышная? Да. Не для всех получится. Но кому-то сегодня повезет. Да, да. Мне точно повезет. Да, да. Я слышу, что твой бокал поет. Давай. Так все бокалы поют? Ну, звук такой, скажем, не очень из приятных. А смотри, сколько воды налить. Это сколько воды,
Ну, не очень приятный звук. Говорят, что это бокалы поют. Я так не пробовала. Надо попробовать, как поют бокалы. Прям такой, совсем такой звук запредельный. Попробуй. Намочить пальчиком. Давай я попробую. Нифига. Нет. 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 Ага. А у меня не поют. Что, не у всех поют? Все сюда. Рая уголочек, в котором горы переходят небеса. И морской песок свободен навсегда. Гордость ты моя, новороссийска, как боец-герой. Мир он отстоял, перед судьбой. Наши поезда город мой родной, Казаняю, что-то хочется мечтать. В красоте такой небольшой не называть. Хоть море черным звать. Вот мы собрались с некоторыми, тем, кому за 60. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Мне тоже немножечко за 60, некоторым будет только 60. Только-только. Только-только, да. И, мои дорогие, сегодня я хочу сказать о том, что 60, жизнь, это только-только сейчас начинается. Помня свою маму, да, мы же своих родителей помним, да, когда мы говорили о том, что мамы 55 уже старые, а мы еще только-только начинаем жить. И вот сегодня у нас не просто девичник, это деловые женщины России сегодня собрались, и не просто попить вина, попить там, попеть, поесть вкусно, да. Мы сегодня продвигаем проекты, которые мы... Что у нас там говорили сегодня, да, в Думу по важные, поводу... Важные идеи, проекты, важные, да, важные проекты. Идеи, хорошие проекты. В Думу по поводу, мы сейчас, педофилии, да, вот Наталья Калинец говорила, что мы еще по поводу образования. И так интересно, когда бах, Дума что-то хорошее приняла, и мы говорим, слушайте-ка, а это мы, между прочим, сидели и все это обсуждали, и мы это все продвигали. Так что, мои дорогие... Деловые женщины России рулят. Живите, любите, живите на полную катушку. Будьте счастливы, и все никогда не поздно. Если есть желание, есть огонь, есть дух, то вперед. Девчонки, у нас все получится. Да, каждый сегодня продвигает не только свой бизнес, каждый продвигает свое направление. У меня свое направление, у девчонок свое направление. У нас сегодня чуть почти 20 человек. Каждый что-то продвигает. Всем любви, всем хорошего настроения. Пейте, пойте, любите, обнимайте. Света, мира, тепла и счастья. Длиннющий день. Просто необыкновенный день сегодня. Представляете себе? От метро Домодедовская 10 минут. И ты... В таком месте шикарнейшем. Вот там, напротив дома, печка топится. То есть реально дачный участок. А это дом моих друзей. Окна в пол. Ура! Это мы с Любашкой. Две Любашки. И я говорю, на что... На фоне дома. Да, сейчас, на фоне дома. Чик-чирик. Нам далеко за 60 или чуть-чуть? Ты никому не говори. Нам чуть-чуть больше 30, как говорит Коко Шанель.
нам чуть-чуть больше 30. Ты бы еще сейчас, как моя приятельница, говорит, ты еще скажешь, что туда революция родила. Да. В общем, нас сегодня было чуть больше. 20 человек было, да, как Лариса говорила? 20, да. 20 человек. Вот это я понимаю. Деловые женщины России собрались потусить. Пошутить. Пошутить, продвигать программу куда? В Госдуму. Хорошие программы. Анекдотики рассказать. Да, про твои анекдоты мы уже слышали. Новый имидж себе создала. Мы себе имидж, Олежка, мы себе имидж создали. Мы такие анекдоты. Хулиганки. Да, мы такие хулиганки, мы такие анекдоты тут шпарили вообще. Шпана, в общем. Да, да, да. Слава богу, раскрепостились, девчонки. У меня в комсомоле была организация с правами райкома, так что... Давай ключи. Все, девочки, в караоке? Конечно. Да, конечно. У нас ключи для караоке. На первый канал. А у нас и ключи от караоке. Все, Олежка, спасибо тебе огромное. Ребят, вы просто супер.